Лиза, я. Это что-то не то. Hey guys, с вами Лиза Найс. Всем привет, ребята. Я думаю, вы уже заметили. Я в таком интересном образе. Очень похожа на какую-нибудь китайку. Или, может быть, корейку. В общем, неважно. Сегодня будет очень-очень интересное видео. Я думаю, вы уже догадались по названию этого видео. Это будет пранк. О боже, как я люблю пранки. В общем, перед началом этого видео подпишись на мой канал и нажми на колокольчик. Видео у меня выходят каждый день, поэтому не забывай смотреть мои видосики. Кстати, ребята, многие мне пишут в инстаграме разные классные идейки для видео. Я их снимаю и передаю тому человеку привет. Поэтому, если ты хочешь приветик от меня, переходи в мой инстаграм и пиши идейки для пранков или просто для классных и улетных видео. В общем, сегодня будет пранк! Господи, как я обожаю пранки, я это уже говорила миллион раз и буду говорить миллион раз. Мне это очень-очень нравится, и сегодня будет пранк над родителями. Я очень долго думала, какой пранк над родителями мне снять, и пришла к одному крутому очень выводу. Возле нашей виллы есть тату-салон. Ну, понятное дело, там не делают настоящие татуировки, там делают татуировки хной. Кто не знает, хна — это такое вещество, ты его наносишь, и буквально неделю-две татуировка у тебя остается. И я хочу сделать просто огромную татуировку на всю спину. Я хочу потом рассказать об этом маме и папе и снять их реакцию. Я не думаю, то, что они хоть раз замечали этот тату-салон. И я не думаю, что они сразу поймут то, что это хна. Это будет очень-очень круто. Совсем скоро, буквально через 5-10 минут, я выхожу в тот тату-салон. И уже буквально через 5-10 минут я выхожу в тот тату-салон. Наконец-то я выговорила это. Да. Если честно, я просто представления не имею, какую татуировку мне будут делать. Просто сейчас на ходу буду что-то выдумывать, какие-то цветочки. Эта татуировка останется достаточно надолго, на неделю, на две. То есть я уже через 2 недели уезжаю, улетаю сюда, в Дубай. Поэтому надо сделать какую-то нормальную татуировку, прикольную, может быть, какое-то животное. В общем, то, что там будет, то и сделаю. Но этот пранк 100% будет очень-очень крутой. Кстати, ребят, я забыла вам показать. У меня есть татуировка, ну, переводная, на ноге. В виде единорогов и розочек, разных кристалликов на ноге. И это как раз играет большую роль в этом пранке. Фух. В общем, я пошла. Goodbye. Я сейчас иду в тату-салон, и это очень классная возможность посидеть в телефоне и наконец-то отдохнуть, пока мне будут все это рисовать. Тату-салон находится совсем близко. Я уже пришла в этот тату-салон, и я очень сильно волнуюсь. Я уже выбрала такую татуировку. Это будет цветок и разные завихрюшки вокруг него. А я буду Лизе помогать и снимать Лизу для пранка. Саш, не трогай. Играю в игру. Ребята, мой рисунок уже почти готов. Осталось дождаться, когда он высохнет, и я пойду пугать маму. Ну что, ребята, вот мой рисунок и готов. Мне он очень-очень нравится. И жду, пока высохнет, и иду пранковать маму. Игорь, спасибо, что поснимал. Ребята, есть шикарная идея. Я сейчас прошу маму, чтобы она меня укрыла, и я уверена, она забентит мою татуировку. Так, у меня здесь такая схема. Мам! Да? Мам, можешь укрыть? Что, маленький ребенок, Лиза. Укрой меня. Не, залезь она сюда. Давай, Лиза. Ну как мне сюда залезть, Лиза? Так, вот укроешь. Я вон моя курочка. О, а это что такое? Где? А, что? Лиза, что? О, Лиза, что это такое? Ёберный барыг. Это татуировка, там цветочек. Блин, ты что, вообще уже обалдела? Там же цветок какой красивый. На всю спину, Лиза. Тебе не нравится? Ты что вообще? Лиза, как ты до этого додумалась? Это татуировка. Ядрен батон, Елизавета. Ну разве это делает, Лиза? Мам, тебе что, не нравится? Лиза, ты что, обалдела уже? Укрой меня. Ну смотри, я ремнем сейчас. Да, Лиза, ну это же не... Это делается маленькая татуировка, но не на всю же спину. А почему нельзя на всю спину? Да ты и так, как негр ходишь, и ты вот... Витя! Мам, ну только не папа. Капец.
тебе будет. Я думала, тебе человек понравится. Слушай, Мих, это трындец. Давай вылазь. Быстро. Зачем? Мих, ты посмотри на меня. Что такое? Поворачивайся спиной. Мих, посмотри. О, какая красота! Да? Ты что, ты не видишь? Развернись, развернись! Видишь, папе нравится, а тебе нет! Дай посмотрю! Да подожди, дай посмотрю! Миха, посмотри, слушай, вообще! Когда ты это делала? Прикольненькие узорчики! Да, Витя, ну как это прикольно! Ну посмотри на нее! Это лотос, лотос! Да! Вот да какой лотос? Посмотри на ребенка спину, посмотри! Ну как это нормально? Ну ящерица! Это не нормально! Какая ящерица? Я тебе сейчас потяну! Смотри, мне кажется, что если бы это была татуировка, вот как я помню, когда тебе делали татуировку, то помнишь, она такая припухшая была, видно, что это именно... Так оно же не на первый день такое было. Да, в первый день. Да нет. Да. Ну, Лиз, развернись сюда, я посмотрю. Ай, больно, не трогай. Да ладно, больно, прям таки. Ай. Лиз, что, серьезно, что ли? Тебя накалывали это все? А кто тебе это сделал? Ты тут первая попавшаяся... Ты что, не думаешь, головой совсем... Какая первая попавшаяся? Ну, вот это... Где ты делала? Ну тут буквально метров 50. Лиз, ты знаешь, что это делает хна иголками? Это хна. Да? Мальчики просили сегодня нарисовать. Да? Потом. Ну развернись. Зафигачить на всю спину? Это красивенько. Ты говорю, мы это татуировка. Да, окей, красиво. Но нельзя же это делать на всю спину, Лиз. Ну, мам, ну это настоящее. Лизочка, это не настоящее. А это тогда что? Слушай, а это реально разноцветно. А ну дай мне руку, дай с вами. Можешь ближе подойти? Видишь, гладенькое такое же. Ё-моё. Единороги! Лиз, ты скажи, что у тебя в голове что-то есть. Я знаешь, тебя не понимаю. Знаешь, цветочки тебе не нравятся. Лиз. Единороги тебе тоже не знаешь, нравятся. Знаешь, почему дети нельзя татуировать? Здесь вообще цветочки или единороги рисунок. Во-первых, смотри, во-первых, это может быть, это не гигиенично. Потому что надо делать их в специальных салонах, там, в стерильности. А во-вторых, нога растет и рисунок растягивается, он будет такой размытый, непонятно. Представь, если ты поправишь на 20 килограмм, твои единороги будет... Да, такие будут с вытянутыми мордами и рогами такими. Нельзя детям вообще делать татуировки, понимаешь? Ну, я уже, извините. Будем сейчас... А чистота и голод, я не знаю. Я когда делала, Лиза, я 10 раз выбирала, у кого мне делать. Насколько гигиенично у них там одноразовые иголки эти. Ты... Вот балдаты! Ну посмотри на нее. Спина, нога, Лиза. Че ты разошлась? Лиза, а? Я знаю, что возьми еще такой хуй. На лицо себе, как это, как Майк Тайсон. Как у Майка Тайсона, давай здесь сделаем. Вот здесь. Давай тебе завтра сделаем. Хочешь, я покажу Майка Тайсона? На все лицо. Краситься не надо. Лиза, еще один рисунок сделаешь себе хоть где угодно. Татуировку. Я тебе честно говорю, я отведу и будешь Майк Тайсон. Ну зачем? Лиза, мне очень нравится, но не в 13 лет. Лиза, ты помнишь, что у меня было? Первый день оно просто болело. А потом Лиз, что? Купаться же нельзя. А купаться нельзя. А купаться нельзя 3 недели. Помнишь, вот, как я в Грузии вот так все время купалась? Витя. Майк Тайсон. Будешь как Майк Тайсон, хочешь? Что дальше, Лиз? Что дальше будем с этим делать, а? Что ты лыбишься? Купаться, теперь, что купаться теперь нельзя. Тут жара такая. Можно как-нибудь удалить татуировку? Удалить о, можно. Господи. В старости, Лиза. В старости можно удалить. Удалить, Лена, Лиза, понимаешь, что значит удалить? Это срезать часть кожи. Не, ну можно, есть такие специальные аппараты. Аппараты, специальный, да. Аппарат. Шлифовочный. Он стирает, кожа снимает и все, новая вырастает. Это рана, это такой рубец вообще просто. Зараза, что знаешь, ты лыбишься, Лиз? Что смешного? Не лыблюсь, не лыблюсь. Не, ну посмотри на спину. Слава не Богу, уже на спине, но это не додумалась. Ну. Не трогай руками. Это опасно, это нельзя делать. Я поняла, почему. Почему? Потому что это был пранк. Ты куда ты умчала? Прятаться от глаз. Давай, вылезай, давай. Сюда, Мария. Быстро. Так, Майк Тайсон. Лизочка, это, наверное, был пранк над тобой. Почему? Посмотри, что это мне нарисовали. Ай, смотри, что? Дуры нарисовали. Что это? Там стой ровно. Посмотри, жопа. Пошли. Ходи теперь 2 недели. Ну, блин. Красиво у тебя теперь спина.
Ну что не смешно? Зато теперь посмотри в зеркало. Одна жопа и другая жопа. Посмотри, тебе реально там жопу слона нарисовали. Что там, где там жопа слона? Вообще не вижу. Короче, я ищу ту жопу слона. Но теперь мне с этим ходить еще 2-3 недели. Класс. В общем, всех очень сильно люблю. Подписывайтесь на мой канал и на мой Инстаграм. Многие спрашивают, как я подписана в Инстаграм. И многие мне пишут, что я фейк. Ребят, я подписана вот так вот. Смотрите. Нижнее подчеркивание Лиза Найс и одно нижнее подчеркивание. Подписывайтесь на меня. А с вами была я, Лиза. Всех люблю. Пока. Я спать.